Аллах, расскажите, пожалуйста, про гору Кайлас. Какая она скрывает тайны? Слышала, что к этим тайнам люди не готовы. Расскажите, пожалуйста, есть ли на самом деле существа, феи с крылышками, которые общаются только с избранными? Да, такие существа с крылышками бывают, они обращаются с избранными, но не нужно к ним, как бы, не нужно феи, вот такие существа с крылышками, они охраняют детей. Они дают детям возможности становления, оставаться всегда в детстве, как бы являются заботливыми вот такими ангелочками. С взрослыми они не работают, взрослые их видеть не должны, дети их могут видеть. В случае, если взрослые видят, могут быть агрессивными. Ну хорошо, по поводу горы Кайлас. Есть ли под горой Кайлас что-либо, что-то, что может шокировать людей, живущих на планете Земля? Скорее всего, да, больше, чем нет. Скорее всего, да, больше, чем нет. Есть ли там существа, которые проживают? Скорее всего, нет. Но есть ли там что-то, что может изменить цивилизацию людей? Скорее всего, да.